С праздником Победы крымчан поздравил Сергей Аксенов. Он отметил, что этот день объединяет весь многонациональный народ России и жителей полуострова. Именно поэтому все попытки переписать историю, осквернить светлый образ воина-победителя, обречены на провал. Также он напомнил, что в истории Великой Победы немало трагических и славных страниц, связанных с Крымом. С городами-героями Севастополем и Керчью, с городом воинской славы Феодосии и не только. Крымские оборонительные и наступательные операции занимают важное место в истории Великой Отечественной войны. Десятки населенных пунктов полуострова, многие улицы носят имена победителей. Весь Крым можно назвать памятником воинской славы. Связь победной весны 45-го и Крымской весны несомненна.